иду сейчас из Академии в сторону Большой Никитской. Во-первых, какое количество просто красивейших людей. Это раз. Во-вторых, мысли о том, что совершенно не чувствую возраста. Не понимаю словосочетание «ведет себя неподобающий возраст». Что это такое вообще? Как угодить возрасту? И почему надо это делать? Непонятно. Мне кажется, пока человек танцует, поет, познает, хочет путешествовать, узнать что-то новое, не потерял вкус к жизни. А вообще, мне кажется, секрет молодости только в любознательности. А вы чувствуете ваш возраст? И как это сделать, чтобы почувствовать возраст? Скажите, пожалуйста.